А теперь о тех книгах, которые я успела уже прочитать, хотя я купила это совсем недавно. Это книга «Важные годы». Вообще, здесь речь идет о людях 20-30 лет. Ну, казалось бы, что меня объединяет с этими людьми, да? На самом деле, мои дети уже старше, чем 30 лет, моей дочке больше, чем 30. Внуки еще не достигли возраста 20 лет, то есть там старшему 12, да, младшему еще меньше. Вот, я, естественно, намного старше, но по своей работе, по жизни я часто встречаюсь и сталкиваюсь с людьми от 20 до 30 лет. И не то, чтобы я раньше как-то выделяла этот возраст 20-30 лет. То есть все, что как моя дочь и моложе, это для меня дети, молодежь там. И у меня как бы какое-то единое отношение было к этой возрастной категории. Но недавно я разговаривала с одним 35-летним предпринимателем. И он сказал такую фразу, что еще совсем недавно, заходя в какое-то помещение, лифт или какое-нибудь заведение общественное, я, встречая людей, все время называл их дядями, тетями, то есть они для меня были взрослыми людьми. А сейчас, заходя куда-то, находясь где-то, я сам уже в свой адрес слышу слово «дядя». То есть все поменялось очень быстро. И уже 35 лет уже люди ощущают себя взрослыми людьми, слово «дядя» к ним уже очень хорошо относится. Но что меня интересует в 20-30-летних людях? Знаете, не знаю, но старшему поколению как бы очень часто встречаешь так, что это поколение начинает ворчать, склонно к ворчанию, что вот мы в 20 лет, в 30 лет были уже теми. Ну, я конкретно могу про себя сказать, что я там в 20 лет, в 25 лет, у меня дочка уже пошла в первый класс, я была руководителем крупной там бухгалтерии, и в 30 лет я уже там, у меня уже была карьера, и я уже там в 33 года, у меня уже был свой бизнес, и я вот То есть я могу очень много что сказать. Я могу сказать, что у меня уже была своя квартира, и что я многого там чего-то добилась по сравнению там с кем-то, с чем-то. А сейчас, с 20 до 30 лет, да, люди, в принципе, абсолютно многие не склонны ничего добиваться. И очень часто этот конфликт, что родители говорят, или взрослое поколение говорит, что вот сейчас молодежь ничего не хочет достигать, а молодежь говорит, что мы не хотим жить так, как вы, потому что вы живете неправильно, вы рабы вещей, там, накапливаете все, там, держитесь за свое барахло. Вот. И вот это вот непонимание, оно абсолютно не улучшает отношения, поскольку у меня тоже семья такая разновозрастная, да, от 90 лет до 7, то есть моему папе 91 год, а мелкому нашему, ну, совсем, он еще совсем мелкий, и вот эта вот иерархия, лестница, да, она абсолютно, как бы, ну, она не способствует такому теплому отношению внутри семьи, если каждый будет отстаивать, что его жизнь правильная. Да, что вот только так, как он жил, вот так верно. И вот и что я прочитала в этой книге. Вообще очень много вещей меня там заинтересовало. Но конкретно то, что это не то, что вот в нашей семье так, что вот там люди до 30 лет, они вообще никуда не стремятся. Это вообще общая тенденция сейчас оказывается в мире. И это не хорошо, не плохо, это не нуждается в какой-то оценке. И в наших комментариях вот этого старшего поколения, что вот вы не так живете. А это общая тенденция в мире сейчас, и на самом деле для тех молодых людей, которым сейчас от 20 до 30, по оценкам специалистов, это тоже не очень-то хорошо для них, что они никуда не стремятся. Потому что на самом деле их карьера, их семья и все, во что они собираются потом вкладываться, начинается после 30 лет.
То есть они только в 30 начинают, и то не все, делать то, что мы там начинали делать в 20. То есть 10 лет жизни у них проходит на вот такие вот поиски, на такой разбор полетов самими с собой. Но это очень интересно для социологов, для тех, кто подбирает персонал, для тех, кто работает с этим поколением, да, вкладываться в это поколение, не вкладываться, то есть будущее это нашего бизнеса или нет, будущее это нашей страны или нет, да. То есть это очень такие глубокие вопросы, как там поколению 40 плюс 50 плюс относиться к этому поколению 20-30 лет, почему, как на них реагировать, что они не хотят, что они не хотят. В общем-то, для меня это очень-очень-очень интересная книга, потому что я постоянно коммуницирую с людьми от 20 до 30 лет. И вам тоже очень сильно рекомендую ее почитать. И еще одна книга, это в эфире «Сарафанное радио». Прежде чем о ней рассказать, я хочу рассказать немного о подарках, которые мне подарило издательство. Вот в таком конверте ко мне пришли, ну, ко всем, кто покупал тогда книги, пришли такие вот листы для заполнения, которые, в принципе, они как бы к книге очень хорошо подходят, к первой. Что ты хочешь по-настоящему в своей жизни? Они как бы дополняют эту первую книгу. Потому что если ты действительно уже понимаешь, что ты что-то хочешь, да, то вот то, что ты хочешь, его можно как-то анализировать и накапливать. Ну, здесь один из вариантов. Например, я читаю каждый день. Здесь можно написать... Ну, кстати, рекомендуют читать 15 минут. В очереди, в пробке или во время перерыва на обед. Но я читаю на самом деле больше, может быть, не каждый день, но точно больше по времени. Следующий листик – это «Охотник за впечатлениями». Это записывать все, что тебя в этот день, может быть, промотивировало, или что-то увиденное тебе понравилось, или что-то... То есть собирать что-то новое в своей жизни. И, кстати, по поводу нового в жизни, знаете... Несколько лет назад я столкнулась с тем, что в моей жизни прекратили происходить новые события. Несколько лет, это лет 15 назад. Я обратила внимание, что я иду каждый день на работу одним и тем же маршрутом, с работы одним и тем же маршрутом. Я ходила тогда часто пешком, потому что моя работа и дом были недалеко, и я люблю ходить пешком. Хотя у меня были машины служебные. Вот. И я обратила внимание, что я хожу одинаковыми маршрутами, что я возвращаюсь домой одинаково, я захожу в одни и те же магазины, в одни и те же кафе, если я захожу туда, пью одно и то же, ем одно и то же. В магазинах прохожу по одному и тому же маршруту, покупаю одни и те же продукты, ну, если там за маленькими вариациями, но я никогда не выбираю. То есть я захожу в магазин, покупаю то, что мне точно надо, и просто быстро покупаю, быстро ухожу, прихожу дома, делаю одни и те же вещи. Когда я обратила на это внимание, мне стало немного не по себе. И я поняла, что как-то это ненормально, что-то это нездоровое какое-то. И я стала сознательно ходить разными маршрутами. Дело дошло дальше, что я стала соглашаться на всякие разные предложения. И так один раз мне сделали предложение познакомиться с бизнесом, я с ним познакомилась, приняла это предложение, и вот уже счастливо 15 лет практически занимаюсь этим бизнесом, и очень рада, что именно вот в тот момент ко мне пришло это понимание, что нельзя все время делать одно и то же. Ну, может, эту тему я потом еще дальше разовью. В общем, всякие зимние дела. Честно, я не очень люблю зиму. В общем, тут надо закрашивать снежинки и писать, что ты любишь делать зимой. Я ничего не люблю делать зимой. Вот, но пить воду, это я делаю регулярно. И делать физические упражнения. Пожалуй, с этим надо принять решение просто. Потому что тут вот 21 день тут выделен таким центром, что на 21 день ты привыкнешь. Но, похоже... 50 с лишним лет недостаточно, чтобы я привыкла делать физические упражнения. Но я буду над этим работать. Вот. И книга, которую, в общем-то, я уже изучаю, прям изучаю.
Называется в эфире «Сарафанное радио» Кирилл Горский. Практическое руководство по рекомендательному маркетингу. Недавно слышала, кстати, Игоря Мана выступление на Ютубе. И он, когда рассказывал о своем преподавателе по маркетингу, что он, его преподаватель часто выругал за то, что иногда Игорь Ман позволял себе произносить слово «маркетинг». И в каком-то году, в общем, наши уже на уровне закона, да, о русском языке было записано, что маркетинг и маркетинг – это равнозначные слова, и можно говорить и так, и так. И Игорь говорит, что я приехал, когда разговаривал со своим преподавателем, я ему об этом сказал, что вот с этого года теперь это равнозначные два слова, и зря вы меня тогда ругали, что насчет того, что маркетинг – это неправильно. На что его преподаватель сказал: Игорь, запомни, маркетинг – это плохой маркетинг. В общем, мне понравилась эта шутка. Я вообще не очень так хорошо знаю русские вот эти ударения в русском языке, но запомнила, что надо говорить маркетинг. Вот, в общем-то, почему я купила эту книгу? Я согласна с автором этой книги, что мы все занимаемся маркетингом. Я абсолютно согласна с автором этой книги о том, что мы все являемся чьим-то сарафанным радио. И третий постулат, да, скажем так, я абсолютно согласна с автором этой книги, что можно, можно так сделать, что сарафанное радио будет работать на тебя, а можно так сделать, что сарафанное радио будет работать на кого-то другого. То есть только два варианта. На тебя, нет, ну есть, конечно, и на тебя, и на кого-то другого. Выиграл, такое тоже возможно. Но, в общем-то, человек сам решает, как это будет работать. Каждый из нас, предприниматель он, не предприниматель, владелец он своего бизнеса, не владелец, а наемный работник. То есть это вообще не суть абсолютно. Каждый может сам решать, будет сарафанное радио работать на него, либо на кого-то другого. Ну, может быть, нет смысла пересказывать все главы. Я их там все перечитала уже, не по несколько, раз даже перечитала. Ну, поскольку я нахожусь в бизнесе рекомендательном, рекомендательный маркетинг, то мне, конечно, очень интересно было вот взгляд этого автора Кирилла Горского. И скажу, знаете, не в обиду, может быть, никому, я скажу, что я вообще редко покупаю книги, вообще практически не покупаю книги российских авторов. Не потому, что я там не доверяю, или там мне иностранцы больше нравятся, или мне больше иностранные имена меня. Кстати, за многими иностранными именами тоже, возможно, скрывается русскоговорящий или бывший выходец из России. Такие случаи густо и часто. Ну, просто для меня очень важна эта историческая часть любой темы, да, насколько она долгая, долгоиграющая. Поэтому, поскольку в нашей стране это все совсем недолго, свеженькая, история свеженькая, да, и как бы проверить до конца ничего еще пока невозможно, все как подвязано в теории, вот, то мне, конечно, интересно вот классики, да, те, которые там 50 лет и более занимаются маркетингом, бизнесом, что-то развивают. Но, еще раз хочу сказать, Кирилл Горский мне очень понравился, я уже заочно его полюбила. Книжка мне тоже очень понравилась, и одно мне там... Один момент мне там не понравился. Знаете, какой? В этом году, ну не в этом, в прошлом, в 2017, в декабре, мы проводили конкурс красоты. И видео об этом конкурсе тоже есть на моем канале, но оно в закрытом доступе находится. Если вам интересно получить ссылку и посмотреть это видео, то пришлите мне в комментариях там с просьбой, хочу посмотреть видео про конкурс красоты, я пришлю вам ссылочку на это видео.
Хотя, по-моему, может быть, даже оно сейчас уже в открытом доступе. Ну, в общем, надо проверить. Ну, короче, видео у меня есть про этот конкурс. И когда мы этот конкурс красоты задумывали и проводили, то есть это тема отдельного разговора, почему мы решили его проводить и зачем, то, естественно, мы разрабатывали концепцию проведения конкурса красоты. Ну, все положения, что мы... Я делала это впервые со своей командой. Вообще мы даже ради проведения этого конкурса сделали свою команду специально, отдельно, только на, как бы на, этот, на это мероприятие, на это событие, на этот ивент. И очень много вещей мы там с этой, с нашей командой разрабатывали по ходу, поскольку у нас не было опыта, у нас не было в команде человека, который уже от начала до конца организовывал какой-либо такой похожий конкурс. Поэтому мы все делали по ходу вот командой вместе. И некоторые фишки, идеи, которые мы придумывали, обговаривали, обсуждали, и там кое-какие предлагала я, и в общем-то я считала, что это я их придумала. И я так, когда это все сработало, и когда это действительно дало результат, именно вот эти вот моменты, они были связаны с продажей билетов и с количеством посетителей этого конкурса. Очень важный момент, в общем-то, любого мероприятия. Я думала, что это я придумала, такая умная. Тут я открываю книжечку Кирилла Горского, читаю. Оказывается, нет, это не я придумала, это... Гуру маркетинга уже все давно без меня придумали, уже так давным-давно проводят. Но меня порадовал этот факт, что все-таки недалеко я от известных проверенных ходов, да, не велосипед изобретаю, а все-таки иду теми же дорожками, которые дают свой результат позитивный. Вот, но не буду рассказывать все фишки. Если вы в теме маркетинга, то эта книга, я думаю, вам тоже понравится и натолкнет вас на разные мысли. Не только я нашла там себя, но также с удивлением нашла, что очень многих вещей я не знаю про сарафанное радио. Хотя я в этой теме 15 лет. И вот интересно, сколько еще надо учиться, чтобы выучить все-таки эту тему и использовать все эти фишки и методы для развития и предпринимательства, и бизнеса, и также для того, чтобы люди, которые с нами сталкивались, они оставались довольными, чтобы им это тоже было все интересно, чтобы вот эта ситуация выиграл-выиграл, она была... Ну, только такие ситуации имеют долгосрочный проект. То есть ситуация, когда ты один выиграл, остальные все проиграли, это вообще одноразовая ситуация, мне это вообще не интересует. А вот ситуация, когда все выигрыши, вот это только... Те ситуации, которые имеют долгосрочный проект. И вот меня интересуют долгосрочные проекты, поэтому тема личный бренд, легальность, безопасность, да, вот эти вот ситуации, когда твои клиенты, когда твои партнеры остаются тоже в выигрыше, когда они довольны, это, конечно, тонкая вещь. И чтобы все заработали, чтобы все были довольны, это тонкая вещь. Вот поэтому... Она нуждается в прокачке постоянно, она нуждается в том, чтобы какие-то новые вещи узнавать для себя. Хотя я склонна думать, что все новое, это хорошо забытое старое. Но если ты еще и не знал, да еще забыл, то вообще тяжелый случай. Поэтому я читаю не по 15 минут в день, а по несколько книг в месяц. И думаю, что это правильно. Это правильно. А кто-то читает одну книгу в день. В общем, есть к чему стремиться. Я вам тоже желаю найти свое издательство или два издательства, или свои каналы проверенных книг и использовать мировой разум для своего собственного развития, личного роста и своего бизнеса. Так что ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео на моем канале и всем пока!